за отказ от эвакуации из зоны ЧС или из зоны возможного возникновения ЧС гражданам может быть применена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафные санкции по первой части предусматривают в отношении граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафные санкции от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. И для юридических лиц сумма штрафа значительно увеличивается. Решение об эвакуации граждан принимается комиссией по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет глава города. Это не единоличное решение какого-либо должностного лица. Граждане обязаны выполнять требования, предъявляемые к ним по эвакуации. Информировать о ЧС граждан будут спасательные службы через систему оповещения. Это громкоговорители, которые установлены на территории города, а также через СМС, уведомления и местные СМИ. В случае эвакуации людей будут перевозить в пункты временного размещения.